Всем привет, друзья! Вы на канале Stealing Sky, и мы продолжаем с вами прохождение игры под названием Stray. Что же ждет там нас впереди с нашим котейкой? Мы остановились как раз-таки на трущобах, в поисках неких подсказок от друзей нашего роботика Мамо, по-моему, да, если не ошибаюсь. Честно, подзабыла, как его зовут. Пока загрузочка идет, достаточно долговатенько она почему-то идет, ползет, просто можно сказать. Давай же, запускай нас. Баса. Так, подождите, я разве здесь остановилась? А, да-да-да, мы зашли. Зашли сюда к товарищу. Он здесь где-то спал кто-то, роботик. Да? Подождите. Секунду, мы же не здесь были. Блин, печально. Так, секунду. Момо. Да, Момо. Момо. Записная книжка от Клементина и Момо. А, что-то, короче, пошло не так. Сохранение прошло не там, где мы были. Но я не думаю, что... нам туда дадут как-то попасть. Нам по итогу придется, я думаю... опять идти искать, где же мы были. Опа, помощи. Думаю, что яйца даже живут в верхних квартирах. На этих узких улочках вы ничего не найдете. Угу, угу. На верхних квартирах. Так, вот с этим товарищем мы общались. А на каких верхних квартирах-то? Приятель, здесь мы бутылочку, помнится, нашли. Здесь мы смотрели телек. Вот, вот здесь мы были. Стопудово мы здесь были. Я телефон забыла убрать. Так у меня пиликает. Громче не бывает. Здесь точно мы были. Эй, док, я нашла ключ от своего сейфа. С ними надо быть осторожнее. Получен новый предмет. Прятать сейф за кучей книг не лучшая идея. Так, хорошо, а где сейф-то? Здесь? За кучей книг? Или мы теперь отсюда выходим и ищем его? Сейф за кучей книг. О! Отлично, секунду. Е. Подожди, котейка. Е. Опа, нашли. Нашли. Очередные записочки. Молодец, еще одна записная книжка. Кажется, это принадлежит кому-то по имени Док. Что-что-что-что? Сика-сика-хи? После нескольких недель исследований я объявил... спектрометр СОП объединил спектрометр с мощной ультрафиолетовой лампой. Это должно помочь нам отбиться от зурков по пути. Первоначально попытка увенчалась взрывом. Возможно, мне придется провести испытание. Давай найдем другие записные книжки. Не знаю, стоит какую-то такую озвучку придумывать. Или, в принципе, нет необходимости в этом. Хорошо.
Еще одна записная книжка у нас есть. И куда же нам еще идти? Так, там мы были. Там мы были. Вот на этот домик, если только залезть, может быть. Хорошо, как на этот домик залезть? Не, ну, видимо, на этот никак не залезешь. Я уж что-то со всех сторон пересмотрела. Здесь мы были, там были. Куда нам топать? На тот домик нет, Варик. Тимой-то, мяушканишь. Мяувкаешь. Вот там, я смотрю, тоже значок, типа вот, как и здесь. Походу дело нам сюда. Угу. А как туда запрыгнуть? Может быть, веди вот сюда. А может быть, вот... Так, подожди, в том окошке мы были. Тима, я-то. В нем мячик. Может, здесь мы где-то обойдем? А нет, мы там нифига не обойдем. Пошли здесь в кустиках полазим. Можно пообщаться. Пропусти меня. Угу, здесь тоже не вариант. А, стоп, вот здесь можно запрыгнуть. А, так мы здесь и были, ё-моё. Хорошо, а если вот здесь и через того приятеля? Давай, прыгай, ну. Маленько подтупливает что-то сегодня. Так, здесь все закрыто. Туда же мы сможем перепрыгнуть? Есть. Отлично. А что здесь? А здесь, в принципе-то, ничего. Перевести. Электроснабжение, вентиляции. И что, куда это нам? Зачем-то же оно берется. Значит, тут какой-то подвох. Может, где-то что-то открывается? Хм. Очень пока что не ясно. Там тоже вроде все закрыто. Ох ты, отлично. Хорошо, что я залезла посмотреть. Я думаю, здесь будут последние записки. Кью. Попьем немножко. Котеечка у меня устает тоже прыгать. Хорошо. Что здесь где-то что-то может быть? Но это выход или здесь, как сказать, или все здесь уже, в принципе. Мы, мол, открыли окошечко, это куда-то дальше, да, идти? Я думаю, да, больше здесь как бы ничего нет. По факту. Ну окей, давайте, давайте пойдем в окошко. И что же здесь у нас? Это мы с какой стороны-то?
этому товарищу. Поразительно. Компаньоны очень сильно эволюционировали. На первых порах из простой ИИ всего лишь имитировал человеческое искусство. Теперь все это принадлежит им. Люди часто говорили, что искусство важно в безвыходных ситуациях. Сейчас ситуация, безусловно, безвыходная. Хорошо, еще какое-то воспоминание там открыли. Так, ну по сути дела это не то, что нам надо было же, правильно? Он нам сказал, что где-то наверху ищется. А мы, в принципе, опять вернулись в самый низ. Хм. А теперь мы по факту наверх-то и не попадем, да? Нам некуда выпрыгивать теперь дальше. Выпрыгивать, запрыгивать, допрыгивать. А, нет, есть еще. Может, с этой стороны домика что-то будет? Хорошо, надо проверить это дело. Так, нет, туда нет, сюда нет. Ну, только на косырёчек на этот. И, в принципе, вот сюда. Ну, хотя мы могли и не находить это окошко. Хм. Бррр, куда же нам идти-то теперь? Так, это что такое? Поехали. Поехали проверять все, что можем найти. Там получается вот друган, с которым мы первый раз познакомились. Здесь мы, кстати, не были. Хорошо, здесь еще есть путь. И здесь. Опа, ты кто? Запомнить. Что нам скажет? Похоже, этот белодалга тоже хотел подняться на верхний уровень. Да, я помню. Там наверху, вдали от мусора и болезней трущоб, находится Мидтаун. Даже в тяжелые времена люди не могли разделять себя на социальные классы. В то время многие жители трущоб были готовы на все, чтобы перебраться туда. По-видимому, роботы скопировали это поведение. Хорошо, нашли еще одно воспоминание. Но нам-то дело даже не в воспоминаниях, нам надо найти. Только вот куда теперь идти? А есть какая-то карта? Тап. Ноты. Клементина, док, Мона. Нам не хватает еще одной. Ой, еще одной получается. Но куда идти? Совсем не понимаю. В том окошке мы были. Нам нет смысла туда топать. Да, мы там были. Мы там как раз таки Клементину и нашли. Странно, мы же здесь забирали ноты. Очень все странно. Туда выше, типа, тоже не поднимешься, на самом деле. Потом он нам сказал, типа, в таком местечке ты никого не найдешь, мол. Тебе надо где-то на высоких уровнях быть. Слушай, а вот там что-то горит. Тоже какой-то знак. Хорошо, давайте-ка туда попробуем. А, мы на нее не можем же запрыгнуть. Подожди, хорошо, давай вот с тобой поговорим. Может, тут у него последнее, мы познакомимся. О, это ты, привет. Ты выглядишь странным и маленьким, то что... но что-то в тебе есть. Я очень хочу тебя погладить, но не буду, потому что не понимаю, зачем. Ну, мы это читали, вообще-то. По-моему, записки ему показывали. Здесь логотип. Они были группы роботов, ищущих выход на поверхность. По-моему, был один из них. Однажды они решили прижать свой план в жизни, отправиться туда. Будет как бы основной бедняга. Хорошо, показать другой предмет. Клементина. Ну, так, есть логотип. Однажды они решили... Так, хорошо, пропустить.
Получается, чтобы я ему не показал, он, в принципе, говорит одно и то же. Ну, там мне показалось какой-то значок, но мне туда не дают. Там я тоже была. Слушай, куда же идти-то? Еще же один значок. Получается, раз мы были, два мы были. У него были три. Вот там мы тоже были четыре. Но мы нашли только три значка, получается. Хорошо, давай у этого товарища спросим. На эти круги света приятно смотреть, но я хочу когда-нибудь увидеть настоящее небо. О да, все здесь знают этот символ, это аутсайдеры. Они живут на верхних этажах района. Об этом ты можешь поговорить с Момо. С Момо. Понятно. На верхних этажах. Ну все, мы как бы вот мы на всех, получается, были. А куда еще идти-то? Ну вот там только. Да, нет, мы там тоже с крыши залазили. Но мы же там по факту ничего не нашли. Ну, я думаю, надо чё к Момо, наверное, топать, потому что у меня больше нет варианта. Давай. Земля третья планета от Солнца и пятая по величине массе диаметра Солнечной системы. На сегодняшний день это единственный известный небесный объект, на котором существует жизнь. Согласно радиоуглеводному датированию, возраст Земли составляет 4,54 миллиарда лет. Луна — единственный естественный спутник Земли, образовался вскоре после нее. Гравитационное взаимодействие с Луной создает приливы и отливы, стабилизирует ось вращения Земли и постепенно снижает ее скорость вращения. Отлично. Привет, маленький кот. Все еще ищешь бесполезные записки? Ну смотри, мы нашли Клементину. Вот, я нашел записку. Она была очень храбрый. Подожди. Дока. О, да, это ближе Дока. Он был настоящим знатоком электроники и прочего. Он всегда стоял на пороге великого открытия. Про ноты они все горят, не знаю. Ну, слушай, ну мы так и не нашли, получается, одни. А у него-то мы что нашли? Мы нашли только окошко, и оно нас привело куда-то вниз, типа. А по факту это же мы ничего не нашли. Ну, мол, все ребята говорят, что вот они живут на верхних этажах. Сюда мы не можем залазить. А, ну здесь ничего, в принципе-то, и не было. Да, окошко закрыто. И тот факт, что мы коробки раскидали, ничего не изменило. Здесь тоже только посидеть, ой, только полазить. Мы здесь вот окошко нашли, получается. По факту ничего интересного. Куда же нам двигаться-то? Туда мы тоже съездили, и что-то...
Ничего не тоже, как бы, да, по факту. Но здесь, смотри, какой-то значок. Так и что этот значок? Этот значок ничего не значит. И туда мы, по ходу дела, запрыгнуть не можем. А нет, на этот еще можем, да? А, ну здесь мы робокопика нашли. Значок указывает туда, но там... Как бы тоже по факту ничего. Здесь мы нигде уже запрыгнуть не можем, блин. Куда же идти? Хм. Странно, но нам нужно еще записки. А тут тоже мы были. Вроде как ходим по кругу-то, получается, и ничего, в принципе, не добиваемся. По факту. И ничего не понятно. Может быть, все-таки вот сюда еще надо запрыгнуть? А он нам не дает, да? Это-то вниз получается. Ну а наверх здесь никак и не запрыгнешь. А хорошо. А если вот на эту? И что? Я все думал, вот куда-то вот на этот домишко. Но здесь по факту негде прыгать-то. И здесь нам не дает. Здесь мы в прошлый раз тоже нажимали. Забрали, скучали. Нет, туда с этой стороны тоже не забраться. Тут все получается перекрыто. Здесь тоже на крышу, но это он тоже не прыгает. Не может. Здесь тоже перекрыто. Здесь он просто, котенок наш. Ну, это он просто скрипет, окей. Ха, хорошо. Самое-то важное, что подсказок нет никаких. Р, осмотреть. Так и что мы осматриваем? Это запятная книжка, которая дома ему. Здесь написано. Мы не видим, мы должны попасть в любой ценой, мы должны защитить его вроде, мы должны дождаться до дозора. Клиент заведен, наверное, позже. Хорошо. Подожди, а где все остальные четыре? Что-то я не поняла. У нас же еще была Клементина в итоге из... Бред какой-то, куда все делось? Хелп, хелп, хелп! Эра смотреть. Выйти тап. А типа где подсказка какая-то, воспоминания? И нажимается. Присмотреться, типа, да? Они, мол, живут где-то только наверху. Там были. Там были.
Там были. И там были. На этот верх запрыгнуть нельзя. На тот нельзя. Там были. Здесь что? А, мы опять сюда вышли. Здесь типа еще один можно прожать. Что-то дадут. Напиток. Ага, туда нельзя. Попали в итоге в самый низ. О, еще. Хорошо. Надо дальше, конечно, куда-то продвигаться. Собирать, типа, напитки энергетические. Воспоминания. Это тоже не дело. Покойтесь с миром, люди. Люди были первыми обитателями этих мест. Похоже, они все мертвы. Как ты думаешь, каково это быть мертвым? Знаю, это глупый вопрос с моей стороны, но действительно ли они обрели покой? Обрету ли я покой, когда умру? Это что, кто такой? Я не знаю, что смерть значит для ИИ. Прости, не хотел портить настроение. Пошли дальше. Отлично, вообще отлично все. Все отлично, и деваться нам некуда. Перевести. Меняльщик. Прачечная, дизайнер, бабушка, программист. Элиут. Прямо супер. То, что нам надо. Не, ну это, наверное, он будет опять коготочками скрипсти. Привет. Этим ребятам лучше перестать ронять раскраской, иначе космос разозлится. О, да. Все знают этот символ. Это аутсайдер. Они живут на верхних этажах района. А вы можете поговорить. Ну, что то же самое. На верхних этажах. Ну, как бы. Все по факту так оно и есть. На верхних этажах. Еще один коктейль. А, мы уже его открывали. Хеллоу. Хеллоу. Что с вами? Только наши предки могли различать эти цвета. Говорят, что когда-то они господствовали над миром. Так, ну вообще, по факту, мы столько искали. Но по идее там был только один. Действительно только один был. Только один был момент, где мы ничего не нашли. А по факту, ну я так предполагаю, все-таки это то место. Мы, по идее, только там ничего не нашли. Возможно, все-таки там попорыскать получше. Может, я как-то пропустила. Ну, блин, ну зачем они дают нам, ну, как бы добраться до того пункта? Я имею в виду вот в этой квартирке. Он же сам говорит, что они живут на верхних этажах. Но мы вот здесь вот действительно ничего не нашли. Пипец. Наконец-то. Последняя записная книжка. Кажется, это принадлежит какому-то
кому-то по имени Балтазар. Все следы органической жизни исчезли, за исключением тех, кого мы называем зурками. Они едят практически все, что движется и размножается с невероятной скоростью. Как будто быть запертым в этом городе было недостаточно. Оу! В этой книжке есть записка. Там написано, в приемопередатчике есть конструктивный недостаток. Но кажется, я понял, как его исправить. Вот уравнение. Это должно помочь Момо починить приемопередатчик. Если свяжемся с верхними уровнями, это может стать нашим пропуском наверх. Давай покажем ему, что мы нашли. Пипец, ну я так и думала, ну просто, ну блин, это же был бред прийти сюда и ничего не найти. Но я сюда приходила при всем при этом аж дважды. Дважды позор джунглям. Столько бегать, столько прыгать, и как бы. Ой. Сори, сори. Сори, я не специально. Я это. Случайно. Ну. Как-то он с первого раза мне дает залезть. Привет, Момо! Привет, маленький кот. Все еще ищешь тры-тры? Это запятая книжка с глазом, верно? Я редко понимал, о чем он говорит. Но он был очень мудрым. Погоди, ты действительно нашел все записки... записные книжки моих друзей? О! Что говорится в этих... в этой записке? Прием и передатчик можно починить? Это невероятно. Это значит, что у нас... будет связь за пределами трущоб. Клементина с Балтазар, док. Мне жаль, что я в вас сомневался. Обещаю вам, я найду способ выбраться на поверхность. Спасибо. Возможно, мы сможем найти для тебя путь наверх. Теперь давай починим этот кусок лама под названием приемопередатчик. Уху! Мы сделали это. Сейчас Момо починит. Надеюсь. Вуаля! Работает. Пойдем со мной. Хорошо. Пойдем за Момо. Опа, он какую-то секреточку нам показывает. Там, наверху, видишь, что здание возвышается над остальными. Если установить приемопередатчик на самом верху той башни, мы сможем общаться со всем городом. Возможно, мои друзья все еще там. Есть ли выход? Есть? Они об этом узнают. Получен новый предмет. Ты единственный, кто достаточно мал и быстр, чтобы увернуться от зурков. Ты нужен нам, маленький аутсайдер. Помоги нам увидеть небо. Блин, а я же видела небо. Прикинь. Куда нам топать-то? Ого. Ого. Он хотит сказать, куда-то вот туда шлепать. Хорошо. Ну пойдем, что донесем. Крыши. Ты погляди, там эти мерзопакостные существа. Левый shift, альт, привлечь врагов. Какой левый shift, альт? Ё-моё. Первая смерть. Кочмер, кочмер. Хорошо, погнали. Еще раз, я не поняла, зачем привлекать, типа, этих монстров. Левый shift, левый альт. Куда нам? Так, отстаньте от меня. Хорошо, попробуем. Куда он нам... куда он нас звал, я уже забыл. Куда идти-то? Нет, не сюда. А!
Ё-моё. Они заколебали. Эти мерзкие гадины. Так, куда идти-то? Куда податься? Хорошо. Опа. Здесь можно запомнить. Давай упитывай, упитывай. Город полон неоновых огней. Так было не всегда. Раньше существовали строгие ограничения на потребление энергии, особенно в трущобах. Но люди не смогли смириться с постоянной темнотой. Однажды кто-то включил радужные лампы, неоновые вывески по всему дому. Этого человека схватили, и больше его никто не видел. Но это вернуло людям надежду. Вскоре все начали зажигать огни в своих домах. Угнетатели ничто не смогли с этим поделать. Так люди снова могли увидеть цвета, как у Ацади. Я думаю, это помогло. Шупер. Шупер, у тебя что-то не хватает опять. Но мы, я так полагаю, пришли совсем не туда. Куда же нам надо двигать, я так и не запомнила. Честно сказать. Ну, давай, дорогуша. Нам же надо на какой-то было домишку. А на какую домишку? Музычка, кстати, такая туповенькая. Тут эти... Квазабургеры бегают. Сейчас они начнут прыгать. О, я нашла куда надо. Походу. Беги, 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 беги. Опа. Да блин, они здесь опять. Что ж такое-то? Приятель, я запуталась, куда мы идем. Честно говоря, из-за этих вот мелких вреднюлок. Подожди, так может там вообще не сюда? Подожди, ну здесь эти прыгают, товарищи. Мы же оттуда прибежали, а куда нам еще может быть? По факту нам куда-то сюда. Ну здесь это фигня заросшая. Наверх он не прыгает, котейка. Сюда тоже наверх он не прыгает. По идее, нам только где-то здесь. Туда мы залазили, там нет ничего. Не ту кнопку нажимаю! Черт! Я все на Shift нажимаю, надо на Alt. Блин, и сейчас с самого начала. Что-то дело не удалось как-то совершенно. А, мы здесь, да? Опа. О! Так может это у нас удачно? Подожди, можно было вон туда вообще уйти. Стопэ. Ну давай. Хорошо. Слушай, а может мы удачно то, что двинули пони? Так, подожди, нам надо бочечку подвинуть, да? Отлично. Шечно. Йоу, котеечка, давай, мой дорогой. Блин, надо сразу не слазить, залезем под место. Фух, слушай, там удачно, что у нас, короче, разытывали. Монстры. Подожди, нам туда, что ли? А куда он нам вообще говорил? Вот на это здание? Или куда нам топать-то? Ё-моё. Блин, смотрите, бегут, 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 бегут. Ой-ой-ой-ой-ой.
А, подожди-ка. Нет, неправильно, неправильно, неправильно. Ой, супер, она закрылась. Они все правильно, короче, да? Поехали. Эти, кстати, прилипалы просто бесят, честно сказать. Окей, заблазим. Сюда же нам? Блин, тут все какое-то липкое. И какое-то беспонтовенькое. Куда нам теперь? Прошла, кстати, загрузка вроде как. Здесь мы не бегаем, кстати, медленно бежим. Не дай бог. Блин, тут какие-то липкие всякие буки-бяки. Да, хорошо. Кью-кью прожимаем. Прямо отлично все пока что выходит. Ю-мою. А нам обязательно вниз туда спрыгивать? По-видимому, обязательно. Так, пока. Блин, ну там эти кибяки всякие. Куда нам? Нам надо сразу понять, куда нам идти. Ну, беги! Да чтоб тебя! Короче, крыши. Это тяжкий, тяжкий труд. Но я хотел все-таки как-то добежать до конца, потому что, видимо, у меня это не выйдет. Давайте еще разочек попробуем. Но если сегодня не удастся, то уже будем продолжать в следующий раз. Но я чувствую, что я просто не знаю, куда отсюда бежать. По факту, вот они здесь, вот туда вот, что ли. Бля, они опять на меня напрыгнули! О! Ё-моё, только они продолжают прыгать, ё-моё! Блин, ты погляди, там еще и тьма. Фига не. Бежим! Отвалите! Грязные сволочи. Блин, рискую своим здоровьем, уже 1000 раз погибло. Гадские крокозябры. Куда мне бежать-то? Сюда? Так, а зачем нам сюда? Пусть они здесь прыгают. Правильно, нам же еще дальше. А, нам, короче, вот на эту надо, да, запрыгивать? Блин. Походу дела это только так, да? Хорошечно, мы сейчас от них избавимся. Топчик. Ха-ха-ха. Надеюсь, это так было все. Да зайди! Все верно. А, блин. Нифига не верно. Еще дальше. Блин, он не достает.
Алло, пустите же меня наверх. Е, у нас получилось. Е, у нас получилось. Блин. За три. Ух, я думаю, сейчас просто вниз жахнусь. Слава богу. Держись, котейка. Вот это да. Милая игрушка превратилась в какую-то блефотную убивалку какими-то скрапами. Или кто они там такие? Алло. Что это? Юк, махарёк. Сюда я прыгну? Ну я просто сломала кнопку. Кнопку альта, ну, блин, их сильно было много. Надо было, может быть, по краешку так пробежать вперед, и они бы все выпали. Но я думаю, сейчас я начну с этого же момента, да. Окей, еще раз. Давай. Столько фейлов. Наверное, не было ни у кого. Вот они бегут. Вау! Ха! Что я первый раз так испугалась? Бедный мой котейка, весь побитый этими всякими противозными карапузами. Как там их называют? Да те бы роботы их просто бы избили бы и все, и победили бы, в принципе. Почему они там сидят в этих трущобах, а какие-то шмакодявки занимают здесь просто все, что возможно? Это же просто несправедливо. Hello, people. Куда же мне? Вот мы и добрались. Установи приёма-передатчик на антенну. Окей. Выбери предмет и используй его. Окей. Блин, мы просто крутыши. Это было круто! Круто и невероятно! Ну и теперь нам предлагают просто спуститься. Без всяких, я думаю, приключений. Смотри, какой вид отсюда. Выглядит очень красиво. Я вспомнил. Город. Он должен был стать убежищем. Те огни похожи на звезды, но это всего лишь фонари на герметичной крыше, закрывающей город. Люди построили эту оболочку, чтобы защитить себя от аутсайда. Но это им дорого обошлось. Отсюда выхода нет. Аутсайд был ужасным местом. Совершенно бесплодным, непригодным для жизни и опасным. Но если ты пришел оттуда, значит там снова безопасно. И я обещал не просто пойти в аутсайд, я обещал открыть город. Я до сих пор не понимаю, почему одни воспоминания возвращаются ко мне, а другие нет. Но теперь я уверен, что это мое предназначение. Я должен открыть город. Давай вернемся и найдем Момо.
Теперь, когда мы подключили приемодатчик, можно надеяться на помощь. У-ху! Ну что? Друзья, мы едем к Момо. Но я думаю, что мы именно на этом сегодня и закончим наше прохождение. Обязательно подписывайтесь, прожимайте лайки и колокольчики. Всем до новых встреч. Пока-пока.